Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Вот уже более месяца, как в Парке Славы в Сухуми идут работы по реконструкции мемориального комплекса и озеленению территории парка. Все гранитные плиты с именами погибших защитников Отечества будут заменены на новые. Кроме того, на плитах появятся и новые фамилии. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Главный символ мужества и бессмертного подвига защитников Отечества – мемориал славы в Сухуми ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии – будет полностью обновлен. По распоряжению премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия здесь ведутся реставрационные работы. Все 20 плит с именами погибших воинов будут заменены на новые, лучшие по качеству. Со временем гранит, из которого они были сделаны, стал трескаться и рассыпаться, а некоторые имена погибших невозможно было прочитать. Кроме того, общий список дополнит еще 52 фамилии погибших героев. Подготовкой гранитных плит занимается частная фирма «Гранит». Работа над плитами должна быть закончена не позднее 10 сентября. Мы решили поменять камни, на котором нанесены все имена, фамилии погибших. Все 1800 человек. Камни новые привезли, начали писать. Оказались люди, которых не попали в список тех, кто были записаны. Таких оказалось в итоге 52 человека. У нас еще более 100 человек неопознанных, погибшие, пропавшие без вести. По мере их уточнения мы оставляем один камень, в котором будут каждый вписан. Реставрируются и дорожки, ведущие к мемориалу. Многие ступеньки также были разрушены. На их месте выкладываются новые плитки. Ближе к празднику вся площадь перед памятником будет отшлифована. 25-летие Победы, чтобы вот этот парк славы был на высоком уровне, чтобы она выглядела. Изыскали деньги, финансы. Вот озеленением занимаются уже почти на 2 месяца, могу сказать. Вот, ремонтные работы, восстановительные, которые поломаны, где-то было не в хорошем состоянии, не все гранит, ложа делают. Они заканчивают где-то числа 20 сентября. В Парке Славы проводится большая работа по озеленению мемориального комплекса. На данный момент высажено более 360 корней мелкого, так называемого бордюрного самшита. Вдоль улицы Айтгалара красуются пока еще небольшие слоновые пальмы, а в самом парке раскинули свои ветки пальмы карликовые. Сосны, кипарисы, карликовые ели, осман душистый, а из цветов барбарис, саговник и азалии цветущие обещают порадовать своим великолепием всех жителей и гостей республики в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В общей сложности в Парке Славы будет высажено более 600 корней декоративных растений. Ирина Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Завтра, 14 августа, в Абхазии отмечается День памяти защитников Отечества. По всей стране пройдут памятные мероприятия. В Сухуми они начнутся в 11 утра с возложения цветов в парке боевой славы. В 13 часов по всей стране объявлена минута молчания в память погибших защитников Отечества. Завтра по всей стране будут приспущены государственные флаги Республики Абхазия. Проект возвращения имени осуществляется в Абхазии уже 2 года. За это время участниками проекта удалось установить места захоронения 330 жителей Абхазии, погибших в ходе Великой Отечественной войны. В данное время идет поиск родных погибших воинов. Судьба каждого жителя Абхазии, который находится в этом списке, установлена. Они все узники немецких концлагерей и все похоронены в Европе в братских могилах на территории этих концлагерей для военнопленных. Сложность заключается в розыске семей. И курсанты уже 2 года в Сухумском военном училище этим занимаются, военные комиссары, как наиболее ответственная категория граждан. Вот сейчас, в настоящий момент, они находятся в селах и работают. Уже поступает информация, кого нашли, с кем идет какая-то работа. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия провел совещание рабочей группы по подготовке участия Абхазии в 20-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Как отметил Геннадий Гагулия, Абхазия примет участие в проекте не впервые, но 20-я юбилейная выставка обещает быть особенной как по количеству участников из зарубежных стран, так и по количеству гостей самой крупной отраслевой выставки в Европе. На совещании отмечалась необходимость привлечения к мероприятию большего количества абхазских предприятий.
предпринимателей, а также увеличение и линейки представляемой продукции. Подготовка к выставке уже началась. Формируется план мероприятий. Сама «Золотая осень» за время своего существования по праву стала главным событием российского агропромышленного комплекса. Выставка объединяет в себе масштабную экспозицию достижений сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли. Выставка будет проходить с 10 по 13 октября. В этом году в ней примут участие около 20 стран. Сегодняшнее совещание, я думаю, придаст дополнительный импульс в подготовке к достойному участию наших производителей и в целом нашей страны. Есть особенности в этом году. Это 20-я юбилейная выставка. Масса зарубежных государств примет участие в ней. Достаточно сказать, что страной-партнером в этом году является Япония. Но к Абхазии традиционно доброе, хорошее отношение. И я считаю без ложной скромности, что мы заслужили подобного рода преференции в свой адрес. Мы попробуем развернуть нашу экспозицию в одном из самых престижных мест крупнейшего павильона 75-го. Нас будет сопровождать крупнейшая и достаточно обширно представленная деловая программа. Я думаю, что делегация Республики Абхазия, которая появится, будет иметь достаточно высокое представительство. Кроме того, культурная программа, о которой мы сегодня договорились с Министерством культуры, традиционно будет представлена, и я думаю, что она придаст еще более яркие краски нашему общему представительству на 20-й агропромышленной выставке «Золотая осень». В рамках проекта «Путь на родину» Сухум посетили 4 байкера-репатрианта из Турции. Байкеры являются членами мотовелоклуба, созданного при Кавказской черкесской ассоциации в турецком городе Адана. Членов клуба принял министр по репатриации Республики Абхазия Беслан Дбар. Он отметил, что подобный проект еще больше укрепит связь с нашими соотечественниками из Турции. До приезда в Сухум байкеры посетили Черкесск, Нальчик, Майкоп и Шапсукскую станицу в Краснодарском крае. В Сухуме байкеры будут несколько дней. Этот проект называется «Пути Родина» и начинала в Кавказской черкесской ассоциации в городе Адана в Турцию. И там есть мотоклуб, мотовелосипедный клуб и 4 человека, абхазы и адыги, 2 женщины, социологи, я и моя подружка адыги тоже вместе организовали вот этот проект. И в Турции есть тоже технический групп, и они будут готовить документальный фильм из вот этого проекта. В селе Жгярда Чемчирского района река Дхамш смыла часть автомобильного моста. В результате 14 семей оказались отрезаны от основной дороги. Сегодня на месте побывали исполняющие обязанности главы района Гивидопула и специалисты госкомпании «Абхазберегозащита». Репортаж Ринаты Шакая. Село Чгарда Чемчирского района находится в сложной паводковой ситуации. Уровень реки Дхамш поднялся в результате прошедшего несколько дней назад сильного дождя, и вода смыла часть моста. Теперь село разделено на 2 части, и перебраться на другую сторону можно только по деревянным остаткам того же моста. Со слов специалистов госкомпании «Абхазберегозащита», при необходимом финансировании вопрос по восстановлению этого моста будет решен в течение 1 месяца. В ближайшее время будет составлена смета. А пока необходимо возвести защитную дамбу, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение моста. В результате паводков постоянный размыв здесь происходит. Поэтому есть необходимость здесь строить защитную дамбу капитальную. Потому что эти временные мероприятия на год, на два и жители постоянно страдают. Так, на взгляд, 40 метров необходимо сделать защитную дамбу, чтобы предотвратить размыв. В результате размыва вот мост получился на том берегу в висячем положении. Разработаем конструкцию, все как бы, и представим сметную документацию. Если видели одно средство, начнем работать. Мост через реку Дхамш был построен в 1998 году. За прошедшие годы река изменила русло и стала шире. А после сильных ливней вода поднималась и постоянно разрушала мост. В прошлом году был произведен частичный ремонт, что позволило укрепить его основание. Частичный ремонт и в этот раз не выдержал бурных потоков реки. Жители села Чгарда надеются, что вопрос восстановления моста в скором времени будет решен. Рената Шакай, Анатолий Маланья, Абхазское телевидение.
В результате прошедшего на днях трехчасового ливня в Гале подтопило около 30 домов. По некоторым улицам вода текла рекой, дворы частных домов затоплены. Люди выносили со двора и нижних этажей домов вещи, пытаясь успеть спасти то, что еще можно было. Как отметил глава района Тимур Надарая, размер ущерба пока установить трудно. Однако ситуация могла быть гораздо хуже, если бы в прошлом году не были проведены работы по очистке ливневок. Подросток из Абхазии пытался вброд пересечь реку Псоу, но был задержан на российской стороне и доставлен в ближайшее отделение полиции, сообщает издание «Живая Кубань». По словам юноши, он перешел речку в поисках тихого места, чтобы наедине с природой почитать любимую книгу «Над пропастью» Варжи Селлинджера. Юноша уверял, что не собирался нарушать закон. Пограничники провели рюкзак нарушителей и действительно обнаружили знаменитое произведение. В связи с тем, что по российскому законодательству нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, сотрудники Краснодарского погрануправления передали несовершеннолетнего книголюба властям соседнего государства, объяснили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Юный поклонник американской литературы был возвращен на территорию Абхазии. Фильм абхазского режиссера Инара Нормани «Меня зовут Махац», снятый по новеллам Михаила Лакарба, стал победителем международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов «Коник Филм Фестивал», на котором были представлены 50 картин молодых кинематографистов. Фестиваль игрового кино «Коник Филм Фестивал» ежегодно проходит в Москве на открытых летних площадках. История фильма разворачивается в советском Сухуми 70-х годов, куда приезжает молодой парень Махац. Успешно сдав экзамены, он поступает в Сухумское художественное училище, но, как утверждает сам герой, доучиться не сможет, поскольку влюбится. Картина рассказывает о нелегком испытании, которое переживает герой после встречи со своей возлюбленной. Интересно, что решение о присуждении победы фильму Инара Нормани жюри приняло единогласно. Кроме того, фильм «Меня зовут Махац» будет представлен на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде 17-19 августа. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.